Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Всем привет, друзья! С вами Биг Танкс, и сегодня я записываю рубрику «Добрый Гудмодеон». Записывать я буду с Джойсом. Поздоровайся. Всем здорово! Так, короче, суть рубрики заключается в том, что мы на разных диапазонах. Сначала начнем с Уоррента, офицера первого. Джойс, у тебя тоже такое же звание? Да-да-да. Да, у нас Уоррентики, и мы будем заходить в битву, писать текстом: «Привет, там, я такой-сякой крутой Гудмодеон, типа, вы попали в рубрику, убейте меня, и я скину вам голды». Вот, поэтому нажимаем кнопочку «Бой», мы это делаем рандомно, типа, хоп, и куда нас закидывает, я просто давай, без давай. Понятия. Ты уже нажал? Да, я нажал, куда меня закинуло? На полигон, ну звание полигон? Маленький, да. О, нормально, пишем. Привет, привет, привет. Все, я сейчас, подожди, я буду тебя защищать. Блин, на Уорренте четвертом было бы неплохо, если бы я зашел на своего Уоррента, там у меня смокинг, два. Да, кстати, ребят, минус в том, что у меня, к сожалению, здесь мамонт вообще не качал, я М1. Это очень печально, но я думаю, что если сейчас заныкаюсь, я смогу противостоять вот этим всяким нубикам. У меня молот фул М2, прикинь. Серьезно? Фул. На он... каком звании ты фул сделал? Он, кстати, это еще недоступен М1, а у меня уже М2. Так, ну ты купил комплект. Топ, ты купил комплект и прокачал, да? Да. То есть молот М1 можно купить только со звания уран 2. Я, кстати, сзади тебя. Можешь вернуться. А, да не ты в меня стреляешь, не? Нет, я на молоте, я в углу, короче. Хера ты накипаешь? Да, я просто всех бью с первой плюхи. Смотрите, я через всю карту могу херачить и всех убивать. Это называется устройство на молот. Ой. Купил устройство новое? Или там одно только? А, да, еще и устройство у меня стоит же, да. Это он вообще прокачан. Слушай, М2 доступно на каком звании? На лейтенанте. Если не ошибаюсь, на капитане. На капитане, думал, на лейтенанте. Нет, на капитане. Да, на капитане. А М2 тип... можно... Смотри, меня уже какой-то тип бьет. Блин, мне... А ты где? Да я хочу тебя защищать. Я за лестницей. Сбоку, короче. О, на минус взорвался. Едь, короче, вот, сейчас под лестницу. Тут какие, тут везде под лестницей, едь чувак. Прямо сейчас. Ты задом едешь. Блин, меня бесят эти васпы-смоки. Да, они такие. Так, я не. Мне не забывать минироваться. Вот серьезно, просто минироваться и все. И мне на все. У тебя краски от чего? У меня резист вообще очень хреновый. Ну пусть во мне будет. Блин, ну смотри, какой. Вот этот вулкан, он меня больше всего бесит, он на меня постоянно едет. Меня смока бесит. Ну что ты стреляешь в меня? Ну вот получил, почти все ему хп снял. Он еще стреляет. Ты вообще охраневший. Ну да. Че, радуй, да? А я им пишу, а ты где? Убейте меня. А. Вот он я. Ой, я вижу аптеку. А, я не успею взять ее. Меня видишь? Тебя? О, снова этот вулкан бешеный. Я не смогу проехать, походу. Валим. Тут смоки бешеные. Меня сейчас убьют. Иди тебя. Все, меня сейчас убьют. Да? О, да, тогда да. Я буду... Все, убили, да? Да, все, убили, блин. И давай сейчас. Капец. Все, сейчас всем будет капец на голде. Вот кто меня стрелял? Ищем точку, давай, скидывай. Давай, подожди, я только респлюсь. Все, отлично, я их убил. Я... Не в том месте резко. Так, нажимаем, хоп. Кидаем один первый голдик, сейчас кинем второй голдик. Чувак, что ты делаешь? Ты три голда будешь кидать? Да, три голда, я ж Гудмодеон. Вот это голда... этот тип меня бьет. Ты сейчас уйдешь в минус, чувак. Если будешь меня. Охренеть! Блять, меня смока стрелять! Иди сюда! Ну мрось! А вот чё ты в меня стреляешь? Ой, я одну точку нашел возле подъема. А тут рядом точки две. Возле лестницы большой. Ну ладно, короче, я их бить не буду, наверное, да? Все, я не буду их бить. Ну, вот это блин, вообще. Меня нагибают! Ну хотя я голды. А нам нельзя брать голды, да? Нам нет, нам нужно снимать, как они берут. Или убивать их. Вот, на точку одну нашел. Вот если ты меня бьешь, чувак, вот не бей меня. Ну ладно, в принципе, молодец. Кто берет? О, вот, еще второй голд! Ну, второй голд, кто берет? Так, диктатору хватит. Кто возьмет? Этого васпик меня бил. Вот это пусть берет. Саша Ёлкин. Саша Ёлкин. С Новым годом, кстати. И третий голд берет убийца 2016. Поздравляем с голдами, ребят. Кстати, да, Саша Ёлкин там. Ой, сейчас будут бомбить. Витя Дед Мороз. Короче, ребят, мы сейчас перейдем на следующий диапазон и продолжим. И, ребят, мы продолжаем. Зашли мы на среднее звание, на майорчика, на мастер-одиночку зашел я. Будем сейчас
заходить в рандомную битву. Ну, если честно, сейчас только что пробовали, нажимали в бой, у нас создаются либо карты, либо нас закидывают вот такие, там, где вообще нет людей. Поэтому, может, давай зайдем вот в тишину, тут нормально подходящая. До бригадира как раз уже... Давай, заходи, я по друзьям, давай. Давай, у тебя бригадир, поэтому... Давай. Вот, небольшая поправка. АДМ, да? Да, АДМ, естественно. Ну, у нас рубрика заключается в этом. Суть, что нужно в ДМ. Кстати, вот. Нормальная карта, давай. Да, давай, если мы сейчас пишем в чате, типа, привет, убейте меня, я GoodModEon, рубрика туда-сюда, убейте, получите эти голды. Угу. Эй, это что за... Чувак завис. А, короче... Ты подорвался на мини, или не ты? Нет, это я поставил. Я, короче, на Хантера Смоки сейчас. Сейчас собьем чуваку прицел. О, сбили на противника. Я уже застрял. О, вот этот рикошет, который меня очень немножко бесил так. А, он вообще ничего из себя не представляет, он, походу, случайно собрал нарку. О, гром! Валим. Вот я узнали, кстати, уже. Да-да-да, уже узнали. Ну, короче, давай. О, этот как раз чувак меня узнал, он ко мне, он аптеку занарил. Короче, все как надо. Сейчас мы ему сюрприз. Сюрприз, Лина, мазафак. Меня не узнали, мрази, окей, ладно. Короче, давай, я сейчас еще раз им напишу. Привет, давайте, ребята, на меня. Это я, это ее, Джуйс. Охраня... Я не стреляю ни в кого. Охраняй этот подъем сверху, стой тут и все. Я тут стою. Вика Твинс к тебе едет. Убей его, вот это он. О, спокойной ночи. Кто? Все, не бей его, не бей. Ой-ой-ой. Я спрячусь. Я лучше спрячусь. Короче, ребята, давайте, убивайте меня, я хочу вам кинуть голдики. Голдики, видите, даже подписчики встречаются, поэтому вдвойне... А у тебя гром есть? У меня? От грома или гром? Гром. А, да, есть М2. Так, это ты? Да, это я. Вот, вдвойне приятнее кидать подписчикам голды, ну согласись. Чем просто рандомным. Да. Давай. Хотя, возможно, эти рандомные скоро будут моими подписчиками. Так что подписывайтесь на канал. Да. Как заработать в интернете. Да, и подписывайтесь канал... на канал Джойса, на мой канал подписывайтесь, потому что мы пилим видосы для вас. Давай, короче, Джойс, мне нужна помощь. Да, я даже теперь одну рекламу делаю только. Да, ты такой добрый. Давай, защищай меня. Просто еще не заказали. О, все, я видишь. Стреляю в тех поцев, видишь? О, все, мне хана. Убили? Нет, не убили, но сейчас убьют, походу. Я еду. Я еду в Магадан. В Магадан. Это... Магадан. О, вижу. Ой, вот. Спустись, мне сейчас за мной гром выехал. У меня 0 хп. Все, какой гром? Меня сейчас, возможно, убьют. Нет, не убьют, я его убью. У меня местоположение. Тихо, я в грома стреляю. Мне сейчас аптеку закадешить. Все, я жив. Давай. Все, это я не стреляй. Все, давай, я уезжаю. Фу, просто капец. Меня чуть тут не убили, просто от КД, ребят, просто от аптеки до аптеки живу, на Хантере не очень хорошо, но у меня просто кроме Хантера ничего такого сильного нет, поэтому приходится на чем есть катать. Так. Тут, короче, дохера... Ой, еба. Давай, Джойс, сейчас мы с тобой... Все... А тут, короче, прямо ты четверо ты... хотели. У них, кстати, 6 минут есть, поэтому давайте, чуваки, убивайте меня, я вам... Не убью говорю. Тебя за 6 минут, ты не скинешь голды? Я их в любом случае им кину, просто я, наверное, буду выезжать. О, вот сейчас... Не, ну походу... смотри, если они, короче, не успеют тебя убить за 6 минут, потом просто вначале скидываешь, да, или ждешь, как я убью. Все, убили меня. И, кстати, знаешь, что меня контра убил, красава? Все, убили, я кидаю голды, респанулся сзади тебя. Сейчас прыгаю вниз и кидаю... Давай. Ну, смотри, не кидай! Сейчас меня огнемет убьет. Да, нормально. Давай, кидай. Первый голд есть. Я чекаю сейчас мостик. Я пока не знаю, вроде пока что внизу нету. Мастер-одиночка сбросил второй голд уже. Ты бы видел только что Титану Изю. Я тебе, короче, сейчас покажу. Она, короче, опустила, знаешь, я короче, нашел там... Нашел где? Прямо едь возле того, чувак, Хантера, у этого грома, да, вот там, возле него. Давай убьем чувака. Убивай. Давай не убивай, стой. Там, блин, два голда рядом, точки. Так там тоже было на полигоне. Товарищ Гром, зря вы, конечно, меня начали прессовать. Я не хочу никого бить, но исключительно для вас я переверну вас в минус. А прикинь, сейчас он в минусе возьмет. Не, тут берет. О, лол. Смотри, все. А уже взяли? А где еще? А вот второй голд на подъеме, а третий голд я не вижу, к сожалению. Короче, толкай их! Да я вот, а они не берут его. Да толкай их! Да вот я пытаюсь. Смотри, вот чувак какой-то хочет взять. Блин, убей его! Я его не бил, я его просто оттолкнул. Да стой там! Да не пускай их вообще, да я пытаюсь, ну Джойс, но они сейчас возьмут. Я ж не стреляю, я не хочу стрелять в них. Пусть берут. Да толкай хотя бы их. Возьмут, да? Кто? О, взял. Поздравляю. А прикинь, тебя бы толкнули. Пусти... на гол. Стоп, мне кажется, или в туннеле гол. Да, они взяли еще. Тихо.
Стой, блин, не бери! Я... или нет? Джойс, туда стоп, может есть. А где, что, взяли, что ли? А что, три взяли? Мне кажется, или два взяли. Возможно, мы профукали с тобой, когда рассматривали все это дело. Ну, в туннеле. А может где-то, знаешь, там наверху, там же есть точка, где не видно. А, возможно, наверху. Подожди, я сейчас я чекну сейчас. Да, да, да. Не-не-не, видишь, не, он не видит. Они забрали все, да? Да. Короче, поздравляем брать этих чуваков, переходим на старшие звания. На генусы? Да, легенды. Я на этом остаюсь тогда. И, ребят, мы продолжаем. Зашли мы на легенды, а Джойс у нас зашел на генуса своего. Ты готов? Угу. Сейчас нажимаем кнопочку в бой и гоу. Гоу. Я, кстати, взял такое вооружение, на котором я еще не был. Чисто для разнообразия этой рубрики. Ты на карте Рио. ДМ, надеюсь, нет? Сейчас. О, ну, нормальная битва. Да. Так ты можешь, если включить только ДМ, то ты будешь только в ДМ попадать. Мне кажется, ли меня сейчас с респа и убьют? Посмотрим. Не, этот меня не убьет, но все же. Но вполне у него есть все шансы. Были, точнее. Я, короче, спрячусь. Я не хочу. Я хоть на рельсе, но мне очково. Наверное, я не туда спрятался, но похер. Так, все кушаю, ну ладно, давай. Приятного аппетита, давай, гоу. Да, спасибо, давай, буду сейчас защитить. Давай, я, короче, под подъемом внизу. Угу. Сейчас буду засираться. У меня хп мало. Ну, процентов 70 осталось. Давайте, ребята, убейте. Блин, тут сейчас позаходили. Ты на чем играешь? Я на Титана рельсе в краске микрочип. О, все, мне хана. Или нет? Почему? Нет, не хана. Ой, вот сейчас мне хана. Это где? Блин, ну мне сейчас точно хана, блин. Ты где? Да под подъемом внизу, Джойс. Да тут везде подъемы. О, дабл сделал. Блин, аптека, быстрее, аптека кдешится. Все, мне хана. Джойс, все, мне хана. Нет, еще. Блин, вот сейчас точно хана, 0 хп. Да, все, убили меня. Ну, и мне тоже. Тут логично, потому что тут заходят сразу подписчики, видите, позаходили сразу и начинают меня херачить. Это логично, потому что на этом аккаунте меня просто все знают, все танки. Короче, давайте, я кидаю голд первый. А, да, у меня голды есть, я думал, у меня тут голдом. Давайте, второй кидаем. Чувак! Я тут, нашел. Короче, чувак в краске старой мастера паркура, прикинь? А это ж, да, это он, подписчик тоже. Давай, заходи. А, стоп, а что, ее оставили, что ли? Да, всем. Давай, быстрее, смотри, видишь? Вот первый голд. Я хочу найти второй. Да, так отбитый. Так, в смысле оставили? Они же всегда забирают прошлую краску. Это человек, который не смотрит видеоблоги. На тебе. Чувак, а это как, я не понимаю, зачем? Если они же забирают, Джойс, давай ж... потом, смотри, ну ты смысл. Смотри, тут голд валяется, который никто не берет. И что, мне взять его? Ну нет, ну ты как хочешь, в принципе. Где голд валяется, который никто, да, не берет? Да беру, видишь? Бу! Он испугался. Два голда взяли, третий я не вижу. Я на вас пожиги. Все, третий взяли. Три голда взяты, поэтому поздравляем. Мне, почему это самое? Че, почему? Почему оставили вот эту краску старую? Я тебе после видоса объясню, поэтому давай закончим видос, потому что неинтересно. Всем пока, все, до свидания. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам рубрика понравилась, потому что стараюсь, снимаю для вас, и в принципе рубрика реально прикольная. Радовать вообще танкистов просто голдами, рандомными. Ну, кто еще заходит в битвы и просто кидает голды? Никто, правильно? Yeah. Поэтому, если вам рубрика понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Все, всем пока.